Панкрат школы с Екатериной Мушин. Сегодняшним видео мы свяжем очаровательную шапочку из пуха норки. Итак, шапочка у нас двухцветная, нежного такого розового и чуть ярче цветов, мягкая, пушистая. Значит, возможно вот так ее носить или же с помпоном. Значит, я вязала детский вариант на окружность головы 48-50 сантиметров. Связать, конечно, можно на любой размер. Размер я вам даю на экране, от самого маленького до взрослого размера. Пожалуйста, пробуйте. Значит, на шапочку нам необходима пряжа пух норки. Значит, вот этого цвета у меня ушло один моточек, но все, что размер больше, чем мой, нужно будет чуть больше, потому что у меня как раз впритык ушло. Значит, это пух с длинным ворсом. Вот его состав. Цвет 837. Вот раз. И этот цвет 831. Этого совсем немножко у нас ушло. Значит, вот такая в итоге шапулечка получилась. Так, спицы я использовала фирмы Чиаго, сразу три размера. Значит, спицами 3,25 мы будем напирать петельки. Спицами 3,5 я буду вязать вот эту резинку. И спицами 4,0 мм, их здесь нет, они сейчас у меня на шарфике, я буду вязать саму шапочку. Дальше мы свяжем красивый шарфик, ну я надеюсь, я его скоро свяжу, этой же нитью. То есть у нас будет комплект. Если вам интересно, сколько всего пряжи ушло на шапочку, в конце видео мы вот это все свесим. Так, значит, две норки, одна дополнительная нить. Вот три сложения. Оставляем примерно хвостик, ну, оставляем около 80 сантиметров. Итальянским способом набора набираю петли. Спицу завожу слева направо под ниточку, поворачиваю. Спицу подвести под нить от большого пальца, подхватить нить от указательного пальца. Спицу подвести под нить от указательного пальца, подхватить нить от большого пальца. Вот это 3 петли уже набрала. Итак, чередуем. 4, 5, 6, 7, 8. Всего мне нужно набрать 90 петель для моего размера. Для других размеров смотрите на экране и набирайте. 87, 8, 9, 90. И одну я добираю дополнительно 91 петлю обычным способом для фиксации и соединения в круг. Итого у меня 91 петля набрана. Итак, поворачиваем первый ряд нить перед вязанием. Одну петлю снимаем. Следующая у нас петля всегда повернута как изнаночная. Нить перед вязанием мы ее снимаем не провязанной. Вторая повернута правой стенкой назад, как лицевая. Провязываем лицевой за заднюю стеночку. Нить перед вязанием снять петлю. Лицевая за заднюю стенку. Снова нить перед вязанием снимаем петлю. Одна лицевая за заднюю стенку. Так вы повторяете до конца ряда. Так, нить перед вязанием снимаем петлю лицевая за заднюю стенку, предпоследнюю снимаем, последнюю провязываем лицевой за переднюю стенку. Вот так. Работу поворачивайте. Вяжите следующий ряд. Нить перед вязанием снимаем петельку, следующую провязываем лицевой. Снять петлю нить перед вязанием, следующую лицевой. То есть мы провязываем те, что снимали с той стороны. А снимаем те, что провязывали, наоборот. Нить перед вязанием снимаем петлю, предпоследнюю провязываем лицевой. Последнюю мы тоже снимаем. Мы ее ни разу не провязали ни в одну сторону, ни в другую. Это та дополнительная петля. Значит, теперь все петли растянуть по длине наших круговых спиц. Если вам лески не хватает, вытаскивайте где-то вот здесь или переходите на чулочные спицы. Вот проверьте, что петли не перекручены. Дальше соединение. Первую петлю переносим на правую спицу. Последнюю петлю сбрасываем с правой спицы через первую. Первую петлю возвращаем обратно. Так, в начале кругового ряда ставим маркер и вяжем резиночкой 1 на 1. Так, значит, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая,
изнаночные, лицевая. Так вы вяжете, уже видите, все петельки, и изнаночные, и лицевые по кругу. Так, уже после одного ряда резинки 1 на 1 можно сменить спицы именно на спицы для резинки. То есть 3,5 мм я должна была вязать резинкой. Если у вас обычные спицы, просто берете новую круговую спицу и продолжаете вязать. Также вы можете вообще не менять спицы, это если вы хотите, чтобы более плотный и профессиональный был у вас вот этот наборный край. Вот я сменила одну спицу, довяжу следующий ряд и сменю вторую спицу. Значит, переснимаем маркер. Вяжу также второй ряд. Одна изнаночная, одна лицевая. Изнаночная, лицевая. И так далее до конца ряда. Так, резиночкой 1 на 1 я провязала 6 сантиметров. Дальше буду вязать фиксированный отворот. Как он вяжется? Вернем маркер начала ряда. Значит, изнаночные мы провязываем изнаночными, а лицевую снимаю с ниточку за вязанием. Изнаночные провязать, лицевую снимаю нить за вязанием. Одна изнаночная, снять петлю, нить за вязанием. Одна изнаночная, лицевую снимаю. Так до конца ряда. Всего таких рядов нужно провязать от 2 до 4. Так, довязываем изнаночную, последнюю лицевую, снимаем с нитью. За вязанием переснять маркер. Второй ряд также. Изнаночная, нить за вязанием, лицевую снимаем. Изнаночная, лицевую снимаем. И так до конца ряда. Последнюю снова снимаю, переснять маркер. Значит, вот мы провязали вот эти наши рядочки дополнительные. Дальше снова вяжем резинкой 1 на 1. Одна изнаночная, одна лицевая. Провязываю уже обе петельки, и лицевые, и изнаночные. Значит, резинкой 1 на 1 я продолжаю вязать до высоты 11 сантиметров. 11 сантиметров проверяете в слегка растянутом виде. 6 сантиметров также нужно было проверять в слегка растянутом виде. Так, дальше следующие два ряда это переход между резинкой и узором. Значит, будем выполнять прибавки. Итого. Значит, одну петлю я вяжу лицевой, а со следующей выполняю 2 петли. Провязываю петельку на ряд ниже лицевой петлей, затем саму петлю лицевой петлей. Из одной петли я связала 2. Вот. Еще 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Значит, провязала я 6 петель, из них сделала 7. Одна прибавка. Повторяем. Одна лицевая. Лицевая на ряд ниже, лицевая в следующую петлю, таким образом сделав прибавку, 4 лицевые, 3 вот и 4, подтянем все. Снова лицевая на ряд ниже, лицевая в следующую петлю, 4 лицевые. Так и повторяйте до конца ряда. И последний раппорт, лицевая. Затем лицевая на ряд ниже, лицевая в следующую петлю и 4 лицевые. Переснять маркер. Так, значит, есть один ряд и еще один переходной ряд. Так, первую петлю провязываем лицевой, дальше 2 изнаночные. Вот эти, что 2 прибавлены с одной, их сейчас провязываем изнаночными. Затем 1 лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Повторяем. Лицевая 2 изнаночных, лицевая 3 изнаночных, 1, 2, 3. Еще раз. Лицевая, перетащить ниточки, 2 изнаночных, лицевая 3 изнаночных. Так вы повторяете до конца ряда. Так, лицевая 2 изнаночных, лицевая 3 изнаночных. Это наш последний раппорт. Так, значит, мы перешли вот на узор. Далее сам узор будем вязать спицами 4,0 мм. Значит, вот эту спицу убираем, 3,5. Вместо нее ставим 4,0 мм. Это уже для самого узора.
Также переходим на темно-розовый цвет нити. Значит, мне нужно два сложения вот этой нити. Беру одну отсюда, одну из центра и одну катушечную нить этого же цвета. Они продаются вместе, знаете. Так, значит, вот эта ниточка два сложения, катушечная ниточка это третье сложение. Нитью три сложения переснимаем маркер. По нашей схеме вяжем первый ряд. Значит, первую петельку снимаем не провязанной. Вот так и сняли. Дальше две лицевые. Лицевая. Раз. Значит, вот здесь желательно вот так перекинуть нить через нить. Лицевая. Два. Снова нить за вязанием. Снимаю петельку не провязанной. Три лицевые. Раз, два и три. Повторяем. Нить за вязанием. Снимаем петлю не провязанной. Две лицевые. Нить за вязанием снять петлю не провязанной. 3 лицевые. 1, 2 и 3. Вот такой раппорт рисунка. Снять петлю. 2 лицевые. Снять петлю. 3 лицевые. Так мы повторяем до конца ряда. Так, и вторую спицу я также меняю. Значит, это все был первый ряд. Дальше переснимаем маркер. Второй ряд мы вяжем тоже этой же ниточкой, ниточкой B. Значит, вяжем так. Одну петельку снимаем нить за вязанием. Две теперь изнаночные. Снять петлю нить за вязанием. Три лицевые. Раз, два и три. Повторяем. Снять петлю. Две изнаночные. Снять петлю. Три лицевые. Раз, 2, 3. Так вы вяжете до конца ряда. Снять петлю 2 изнаночные. Снять петлю 3 лицевые. Вот так теперь выглядит наше вязание. Третий ряд мы должны выполнять снова нашей светлой ниточкой. И поэтому нам вот эти нити нужно между собой перекрестить. Так, третий ряд вяжем светлым цветом. Нить за вязанием снимаем петельку не провязанной, затем 2 лицевые. Нить за вязанием снимаем петельку не провязанной, 3 лицевые. Снова нить за вязанием снять петлю, 2 лицевые, снять петлю, 3 лицевые. Так вы повторяете до конца ряда. Так, дальше четвертый ряд. Вяжем так. Первая это длинная петля, мы ее вот так спускаем. Дальше 2 следующих переснимаем, спускаем 4 петлю, подхватываем сначала первую, затем 2 центральные возвращаем и возвращаем последнюю 4. Провязываем 1 лицевая, 2 изнаночных и 1 лицевая. Дальше еще 3 изнаночных. 1, 2 и 3. Вот такой наш раппорт рисунка. Повторяем. Длинную петлю снимаем. Вот так спустив просто. Следующие 2 переснимаем на правую спицу. Спускаем 4. Подхватить первую. Вернуть 2 центральные. И вернуть 4. Провязать лицевая. 2 изнаночных. Лицевая. И еще 3 изнаночных. 1, 2 и 3. Вот так. Получается, вы лицевыми провязываете только длинные петли. Все остальные в этом ряду провязываются изнаночной. Спустить первую, переснять вторую, третью, спустить четвертую. Подхватить первую, вернуть вторую, третью и вернуть четвертую. Провязать лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И тогда 3 изнаночных. Повторяйте так до конца ряда. Так, довязали 4 ряд. Дальше 5 ряд этой же нитью. Значит, у нас здесь 2 ряда после того, как мы сменили моточек, можем снова вот так их между собой перебросить, чтобы вот это ярко-розовое у нас понемножку подтягивалось. Вот так, видите? С 5 ряда мы все петельки будем провязывать просто лицевыми. Вот каждую петлю я вяжу лицевой петлей.
Вот лицевыми вяжем все петли абсолютно. И те, что были лицевыми, то, что были изнаночными. И так пятый ряд до конца, все петельки лицевые. Шестой ряд будем вязать. 1 лицевая, 2 изнаночных и 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Вот это шестой ряд. Лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Так повторяйте до конца ряда. Так, готовый шестой ряд. Дальше пятый, шестой ряды мы повторяем еще дважды. То есть седьмой, восьмой, девятый, десятый ряды. Это повторение пятого, шестого ряда. Итого, седьмой и девятый ряды это все петельки просто лицевыми. Так мы вяжем седьмой и так мы вяжем девятый ряд. А восьмой и девятый ряды вяжутся как 1 лицевая, 2 изнаночных и 4 лицевых. 2, 3 и 4. Снова лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевых. Значит, так вяжутся 8 и 10 ряды. Это я 8 довязываю. Затем 9, 10 ряды провязывайте самостоятельно. Так вот, 9, 10 ряды провязала самостоятельно. Следующий 11 ряд, он также вяжется, как мы вязали 5, 7 и 9 ряды. То есть все петельки выполняются просто лицевыми петлями. Так, я лицевыми вяжу по кругу до конца ряда. Так, следующий у нас 12 ряд. Переснять маркер. 12 ряд вяжем 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1, 2 и 3. Это наш раппорт рисунка. Повторяйте, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, 1, 2 и 3. И так до конца ряда. Сейчас у нас провязано 12 рядов. 12 рядов это вертикальный раппорт рисунка. Дальше мы работу начинаем с первого ряда, то есть вот этой нашей ниточки. С темно-розовой. С отворотом, если брать, то отворот должен быть вот так ровно по центру нашего раппорта. Вот видите, по центру. Так. Значит, повторение с первого ряда схемки. Так, первый ряд у нас был. Нить за вязанием снимали петельку не провязанной. Дальше 2 лицевые. Так, лицевая 1, лицевая 2. Нить за вязанием снимали петельку не провязанной. 3 лицевые 1, 2 и 3. Вот такой был первый ряд. Снять петлю 2 лицевые. Снять петлю 3 лицевые. Повторяем так до конца. Второй ряд мы вязали как снять петлю нить за вязанием, 2 изнаночных, снять петлю нить за вязанием, 3 лицевых. 1, 2 и 3. Вот такой у нас раппорт второго ряда. Повторяем, снять петлю 2 изнаночных, снять петлю 3 лицевых. Третий ряд вяжется светлой нитью. Снимаем петлю. Так, 2 лицевые. Снимаем петлю. 3 лицевые. 1, 2 и 3. Повторяем. Снять петлю. 2 лицевые. Снять петлю. 3 лицевые. 1, 2 и 3. Так мы вяжем до конца ряда. Так, следующий у нас как четвертый ряд вяжется. Сбрасываем первую петлю. Переснимаем вторую и третью, сбрасываем четвертую, подхватываем первую, возвращаем вторую и третью, возвращаем четвертую. Провязываю 1 лицевая, 2 изнаночных и 1 лицевая. Так, затем 3 петли вяжем изнаночными. Вот так. Повторяем, сбрасываем первую петлю, переснимаем вторую и третью, сбрасываем четвертую, подхватываем первую, возвращаем 2 центральные и возвращаем четвертую. Провязываем их как 1 лицевая, 2 изнаночных и лицевая. Затем 3 изнаночных. Вот есть. Повторяем. Первую сбросить. Вторую и третью переснять.
четвертую сбросить. Подхватить сначала первую, затем две центральные вернуть и подхватить последнюю четвертую. Провязать лицевая, две изнаночных, лицевая, затем три изнаночных. И так до конца ряда. Следующие 5, 7, 9 и 11 ряды вязали все петельки лицевыми. 5, 7, 9 и 11 ряды. Вот так вы вяжете лицевыми. Теперь 6, 8 и 10 ряды вяжется 1 лицевая, 2 изнаночных и 4 лицевых. 2, 3, 4. Снова лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевые. Так вяжется вот этот, это 6 ряд, затем 8 и 10 ряды. И 12 ряд вяжем как 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, так и 3 изнаночные, 2 и 3. Снова лицевая, 2 изнаночных. Подтягиваем петельки. Лицевая, 3 изнаночных. Вот эти 12 рядов, вот мы еще раз повторили. Так вы дальше повторяете их до нужной вам высоты шапочки. Так, девчонки, продолжаете вы вот это все чудо вязать, повторяя 12 рядов 4 раза. Затем первый, четвертый ряды еще один раз. То есть еще один раз я сделала вот это перекрещение. Видите? Всего сейчас высота вот 19 сантиметров должна быть. Есть. Смотрите, вот эти 4 раза это для всех размеров. То есть высота вот этого всего где-то получается около 13 сантиметров. Высота для других размеров будет больше именно за счет резиночки, не за счет узора. С 5 ряда узора мы начинаем убавление. Значит, вот, видите, 1, 2, 3, 4 ряды провязаны. Вот эта ниточка нам уже более не нужна. Вяжем 5 ряд как 1 лицевая, 2, 3, затем 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю 1, переснять петлю 2. Повернули 2 петельки правыми стенками назад и провязала вместе лицевой петлей. И еще 2 лицевые. Вот такой раппорт. Повторяем. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стенками назад, провязать вместе лицевой. И еще 2 лицевые. Еще раз. 3 лицевые. Так, 2 вместе лицевой с уклоном влево. И 2 лицевые. Вот так выполняется наш 5 ряд и так до конца. Так, следующий у нас 6 должен быть ряд. Вяжется как 1 лицевая, 2 изнаночные и 3 лицевые. Вот на одну петельку уже меньше. Это 2 ряд убавки или если брать именно раппорта, то 6 ряд раппорта. Повторяем. 1 лицевая, 2 изнаночных и 3 лицевые. Лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевые. Вы повторяете до конца ряда. Так, третий ряд убавок. Смотрите, я снимаю маркер, одну петлю провязываю лицевой и одеваю маркер назад. Я перенесла таким образом одну петельку вправо, да? Теперь раппорт рисунка. У нас будет 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Еще раз 4 лицевые, 3, 4, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Так вы повторяете до конца ряда. 4 лицевые, вот 3, есть и 4, 2 вместе вправо. Одновременно после этих убавок я увеличу размер своей лески, так как мне не хватает, чтобы с одной стороны вытаскивать. Или же можно перейти на чулочные спицы, как вам удобнее. Так, четвертый ряд. Видите, с каждой стороны вытащила леску.
Четвертый ряд у нас теперь раппорт состоит из двух изнаночных. Начинается раз и два. Затем три лицевые. Раз, два, три. Так, повторяем 2 изнаночные, 3 лицевые до конца ряда. 2 изнаночные, 3 лицевые. Так, в пятом ряду мы забираем одну петельку отсюда. Значит, вот эти 2 изнаночные провязываем вместе одной лицевой петлей. И затем 3 лицевые. 1, 2 и 3. Повторяем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые. И так довязываем до конца ряда. Так, шестой ряд. Вяжем 1 изнаночная, затем 3 лицевые. Повторяем изнаночные, 3 лицевые до конца ряда. Так, седьмой ряд. Вяжем 1 лицевая, затем 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю. Следующий провязываем лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную. И 1 лицевая. Повторяем лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Можно 2 петли переснять, повернув правую стенку назад, провязать вместе лицевой за заднюю стенку. И 1 лицевая. Так мы вяжем до конца ряда. Лицевая. Убавка с уклоном влево. Лицевая. Так, восьмой ряд. Вяжем 1 изнаночная и 2 лицевые. Изнаночная, 2 лицевые. Повторяем до конца восьмого ряда. Так, в девятом ряду вяжем 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Повторяем. Лицевая, 2 вместе лицевой. Так, чередуем 1 лицевая, 2 вместе лицевой до конца ряда. Так, десятый ряд. Вяжем 1 изнаночная и 1 лицевая. 2 петли у нас в раппорте осталось. Повторяем изнаночная, лицевая до конца 10 ряда. Так, одиннадцатый ряд. Все петельки провязываем по 2 вместе лицевой. Вот так, 2 вместе лицевой. Раз, 2 вместе лицевой. 2, 3 и так дальше. Значит, в конец этого ряда у нас должно остаться столько петелек, сколько было раппортов рисунка по кругу. Итого у меня вот осталось с одной стороны 7, с другой 2, 4, 6, 8, 8 петель. То есть всего 15 раппортов и 15 петель сейчас осталось в итоге. Вот на двух спицах. Так, 12 ряд у нас последний. Мы должны провязать еще раз все петельки просто лицевыми. Вот так, все 15 петель, которые осталось, я провязываю лицевыми петлями. На одной спице и также на второй спице. Так, после 12 ряда мы ниточку обрезаем, оставляя хвостик уже только, чтобы стянуть наши все ниточки с помощью иглы. Значит, конец, все вот три нити мы одеваем на иглу с толстым ушком. Так, и все петельки снимаем на эту иглу. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, в одну сторону. Перенести вот эти петли на спицу. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Все, все петельки я сняла. Теперь нам вот эти все петли нужно еще раз протянуть по порядку. Так вот, я вышла с этой петли, должна в эту войти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и вот 15 петля. Теперь хорошо стягиваем. Так, здесь можно еще раз так, чтобы сильно стянулась макушка.
Так, и нить вывести просто на изнаночную сторону. С изнаночной стороны спрятать между петельками. Если у вас в работе есть какие-то другие концы, с ними поступить точности так же. К примеру, вот конец, который я обрезала, его тоже должны мы спрятать. Значит, вот такая в итоге получается шапулька. На всю шапочку у меня ушло, получается, 50 грамм вот этого цвета и буквально около 8 грамм вот этого цвета. Вот. Взвешивать я не буду, так как она еще мокрая у меня и весит больше, чем ушло на нее пряжи. Значит, девчонки, шапочка, пока вы вяжете, будет у вас очень много вот так лезть. Смотрите, не знаю, насколько видно на моем столе, особенно на моем черном платье, этот пух был везде. Но после первой стирки пух уже не будет у вас разлетаться, совсем немножко. Еще я видела в интернете, брали девочки пылесос и полностью пылесосили. Но я боюсь испортить вот эту шапочку пылесосом, поэтому я делать этого не буду. Я просто провела ВТО, то есть я ее постирала, я ее высушила, почти высушила, значит, немножко мокрая, вот так просто на солнышке. И пух перестал так лезть, как изначально. Так, давайте полностью размеры проверим. Значит, моя сейчас высота шапочки вот 30 сантиметров ровно. Из них 18 сантиметров это сама шапочка, и остальное, это 12 сантиметров, резинка. На голове шапочка должна быть свободненько, то есть не натягиваться. Вот, это 48 окружность головы, видите, насколько здесь больше. Также обычно считают так, чтобы впритык было, даже немножко прижимала шапочка. Я нет, я наоборот считаю обычно свободно, так, чтобы такая шапулька была на холодную осень или теплую зиму, то нужно, чтобы здесь была свобода. Вот так должно быть, видите, свободненько у меня все и по ширине, и по высоте. Всем большое спасибо, с вами была Катерина Мушин. Вскоре у нас будет шарфик к этой шапочке, мы обязательно его тоже свяжем вместе. Пока, всех вас люблю и всем до новых встреч!